Вся Америка уже обсуждает наряды, в которых Мишель Обама появилась на церемонии инаугурации и затем на торжественном обеде. Отзывы в основном положительные. Первая леди появилась на церемонии в жаккардовом пальто с металлическим отливом. Создателем исторического туалета жены президента стал американский дизайнер Том Браун, до сих пор известный как модельер идеальных мужских костюмов. Поклонники Мишели высокой моды были готовы к такому сюрпризу. На днях первая леди кардинально изменила прическу, и муж назвал ее новую челку самым заметным событием прошедших выходных. Впрочем, и миссис Обама осталась верной своей любимой марке для среднего класса J.Crew и остановилась на аксессуарах этой фирмы. Строгое приталенное пальто она оттенила ремнем и яркими кожаными перчатками этой фирмы. Они прекрасно сочетались со сливовым и малиновым пальто девочек президентской четы Малии и Саши. Ну а платье первой леди гармонировало с цветом галстука ее супруга. Журналисты и блогеры нашли туалет миссис Обамы и сдержанным, и притягательным одновременно. И теперь все в ожидании бала. Вечерний наряд первой леди, как правило, сразу после первой президентской ночи отправляется на музейное хранение.